17 декабря в Ненусминском центре культуры отметил свое 65-летие Жора Сыновчан. Жора Сыновчан является начальником службы культуры, спорта, образования и охраны памятников, директором Центра культуры Рафаэль Джавах, руководителем Союза армянских писателей Вернатун. Жору Сыновчан пришли поздравить его друзья, родственники, знакомые, коллеги, руководство Ненусминского и Ахалкалакского муниципалитетов, священники Тер Армаш Погосян и Тер Татев. Жора Сыновчан является автором многих стихотворений, произведений, автором трех сборников. С 1997 года и до сегодняшний день руководит Союзом армянских писателей Вернатун. Он у нас екелек, что работаем, шат сирели, шат армяни, парон Жора Сыновчан. Ох, и кянки мецмаца навидели Жоровартин, Мешаклитин, Սկսում ենք վրաց աշխարհի անվանի հայորդի ակնառու մտավորական և հասարակական քաղաքական գործիչ բանաստեղ Գևոր Ժորա Սնխչյանի ծննդյան 65 և ստեղծագործական գործունեության 45 ամյակներին նվիրված հանդիսույթը։ Աստված նրան պարգևել է, տվել է ամեն ինչ, պատկերացրեք այո, ամեն ինչ, նա կարող է ամեն ինչ, միայն ցանկանում է, որ Աստված իմ ընկերոջը տա առողջություն, որ կարողանանք իրար հետ հետագայում ևս ծառայել մեր ժողովրդին։ Хочу поблагодарить за то, что вы сегодня с нами на праздновании юбилея нашего друга, коллеги, очень яркой и интересной личности Жоры Сыновчана. То, что Сыновчан человек с высоким интеллектом, широким диапазоном знаний, с блестящим литературным дарованием, ораторским мастерством. Есть в рай, уже на веле. Ебу, воскерени, керчазайле, бурозо, инкер каравана, воски, кричо, и ирзелю, хокум кудакас, и порог цангучуне, пожелать вам долголетия, крепкого здоровья, всех благ жизни. И от имени Ненусминского центра культуры, и от имени Ненусминской музыкальной школы мы хотим преподнести вам маленький подарок, если можно. Жора Сыновчан родился в 1951 году 5 июня в селе Джиграшин Ненусминского муниципалитета. В 1967 году с отличием закончил среднюю школу Богдановки, а в 1973 году Ереванский государственный педагогический университет, факультет журналистики. За свою 45-летнюю деятельность Жора Сыновчан занимал многие руководящие должности. Жора Сыновчан со стороны Грузии и Армении был награжден медалями и наградами. Ինչ հարազատ է իմ հոգեբանությանը, ինչ մոտ է իմ ժողովրդի հոգուն, ինչ մոտ է իմ ապրած երկրի Վրաստանի հոգուն ու հոգ։ Դրանք այնպես ապրենք, որ մի ուրախանանք մեր ձեռքերած։ Կարողանանք մտածել վաղվա մասին մեր ծերնի մասին, որտեղ սիրելով ու գնահատելով մեր ժողովրդին, մենք չենք կարող չսիրել ու չհարգել այն պետությունն ու ժողովրդին, որի հետ ապրում ենք այստեղ։ На юбилейном вечере с песнями, чтением стихов и танцами выступили воспитанники Центра культуры, музыкальной школы и воспитанники культурно-образовательного центра Рафаэль Джавах. Евген Саютис, Еракнен Хазор, Вер Ликнен Уджер. Ес! Որդի երկրի, հավատարիմ եմ կարքին ընդհանուր, ու չեմ հանդուրժում գոյախ տոտող սեփականատեր։